Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Рыболовные сети и Рыболовные мережи. Сегодня вашему вниманию представляем мережу для использования на порогах, непосредственно на течении. Кого заинтересует данная конструкция, обращайтесь, пожалуйста. Уважаемые зрители и подписчики, вы находитесь на канале «Рыболовные снасти и рыболовные мережи». Сегодня вашему вниманию представляется мережа, или, так скажем, рыболовная морда, которая непосредственно используется для ловли, для вылова непосредственно, скажем, змеевидных рыб, таких как минога, угорь. И данная конструкция применяется на течении на порогах. Первая рамка, вот то, что состоит, да, первая рамка идет. И внизу, в данный период времени, тут ничего нет. Внизу просто идет дель. Сюда подвязывается именно цепь. Сюда привязывается вместо каких-то каркасов, именно привязывается цепь. Потому что на порогах, скажем, в реках каменистость, да, чтобы ровно облегала рельеф дна. Чтобы облегала ровно по рельефу дна непосредственно. Чтобы прилегало все это низ к камням. Делается вот такой проход. Вот такое непосредственно отверстие. Кольцо именно для таких пород рыб. Да, это, скажем, это именно конструкция для применения для вылова миноги. Именно вылов идет миноги. Такие конструкции. Одна горловина здесь. Одна просто горловина идет. Одна протяжка. На данном канале предоставлено очень много конструкций мереж. Это малая часть. В настоящее время и в настоящий день как бы представлено там несколько видов мереж. Это малая часть разнообразных конструкций на разные породы рыбы, применения и использования. Материалы будут добавляться на канале. Будут демонстрироваться разные изделия и разные мережи. Вы можете изготовить какую-то конструкцию, да, это вам в помощь. Вы можете заказать в компании, вам изготовят данные изделия, любые данные изделия. Там уже сколько, порядка 10 видов мереж представлено на канале. Рыболовные снасти, рыболовные мережи. Ну вот, представляем сегодня еще один вид конструкции. Вот идет именно одна протяжка. И вставляется еще сюда. То есть горловина идет кольцом. Кольцо, да, вставляется в горловину именно кольцом. Лучше применять, конечно, здесь, ну, скажем, кольцо, которое плавает. Ну, также можно использовать просто кольцо. Загнуть кольцо какое-то. Скажем, сетное кольцо тоже можно использовать. Именно должно быть кольцо для вылова этих рыб. Делать лучше круг. Именно круг, именно кольцо, чем, скажем, прямоугольник или какую-то щель. Именно порода рыбы. Провяз именно горло идет вот такой формы. Именно такая форма с добавлением. То есть идет сначала, скажем, ровная, да, а потом уже идет горло дальше. Горловина делается именно на эту породу рыбы, именно так. Так лучше заходит рыба. Данные породы рыбы именно в такие морды, в такие мережи. Именно для этой породы рыбы. Потом еще предоставим материалы, ну, скажем, подобие, но с двумя горлами, тоже именно на, скажем,
другую породу рыбы именно на пороге. Конфигурация она практически такая, только с двумя горлами. С двумя горлами идет. Здесь именно что? Здесь идет по низу, как я уже объясняю, что ставится цепь применения, скажем, на порогах, да, в реках. Лучше ставить сюда на первое, ставить цепь. Ставите, подвязывайте просто цепь, чтобы облегало лучше дно, каменистость там, еще что-то, именно чтобы прилегало это лучше. Здесь также идут обвязы, как вы видите, в данной конструкции. Обвязы, идут каркасы, здесь уже применяется, именно здесь просто применяется, скажем, черновые каркасы. Здесь черновые просто каркасы стоят. Да, они быстрее просто, быстрее окупят себя данные изделия, да, скажем, подготавливают просто рыболовы, потом уже новые. Скажем, менее затратные, чем ставить чисто оцинковку. На первое именно кольцо, именно первый вот этот заход, здесь оцинковка, чтобы поменьше гнило. Поменьше, чтобы дель гнила, чтобы побольше заход прослужил. Если там он стоит в обвязах, то здесь дель непосредственно закреплена уже именно на каркасом, на этом каркасе. И в таком случае она быстрее сгниет. Здесь, то первое непосредственно здесь ставится с оцинковки. Да? Можно поставить там, скажем, медь или какой-то еще другой материал, скажем, есть обработанная проволока, там алюминием, скажем, покрыта, скажем, в таком плане. Применение, скажем, даже на порогах, да, здесь уже идет, скажем, пруты восьмерка, десятка. Можно с арматуры это все сделать. То есть здесь как уже какой побочный, подручный, скажем, не побочный, подручный материал у вас есть, который присутствует. Еще раз, то есть внимание на... Скажем, здесь смысл, коридор большой не берется. Не берется большой коридор, но ставится непосредственно уже горло. Оно ставится, видите, как бы все равно на второй каркас. Не на первый каркас. Коридорчик даже для таких пород рыбы, он необходим, небольшой коридор. Кто делает это на первое кольцо... Это неправильная конструкция. Скажем, в данную конструкцию вы поймаете просто больше рыбы. Поймаете больше рыбы. Вся сущность, вся идея как бы заключается в этом. В данный вид конструкции просто поймаете больше рыбы. То есть первое непосредственно каркас, он подлиннее. Два последующих четырехугольника, они одинаковые идут здесь. Да? И самый последний, он делается меньше. Он делается меньше, уже где идет приемник. Горловина саматус, ну тут веревочка не добавлена на мотне. Горловина, вот проходная горловина непосредственно. Идет на, ну, где-то не намного больше расстояния между кольцами. Вот такая форма горловины. Я думаю, ну, видно будет. Должно быть видно на видео, как она крепится, каким образом она сюда входит. Еще раз повторюсь. На канале представлены видеоматериалы по мережам, по мордам, рыболовным мордам. Это малая часть того, что есть непосредственно в разных районах, по-разному называют разнообразные изделия, да. Ну, я буду называть, скажем, рыболовная морда, рыболовная мережа, скажем, одним общим единым словом. Смысл один. Это рыболовные ловушки для вылова рыбы.
Ну, такой приемник, такая конструкция. Да, мы попросим также непосредственно, кто занимается и производит вылов данные изделия, мы попросим предоставить нам видеоматериалы, если, конечно, нам предоставят. И посмотрим, как это происходит и сколько они ловят. Постепенно я, конечно, соберу все материалы, когда буду там по месту, когда буду в тех районах, да, по рабочим ситуациям, по рабочим моментам. Ну, я постараюсь там какие-то моменты сам поснимать. Именно так ехать, производить съемки, ну, у меня нет заинтересованности в этом. Ездить и проводить съемки натурные, да, на воде. Ну, какие-то моменты я буду показывать, но в основном буду просить, чтобы предоставляли видеоматериалы. Когда будет получаться, а целенаправленно, конечно, ну, у меня нет такой задачи, чтобы целенаправленно ехать и показывать, сколько они ловят, да, что они ловят непосредственно эти изделия. Будут приходить материалы, будем просматривать это на канале. Все, спасибо всем за внимание. Смотрим, любуемся, учимся, делаем, занимаемся рыболовством. Пожалуйста. Всем хорошего дня и отличного настроения. До свидания.